На днях в Асбесте провели профилактическое мероприятие «Стоп-контроль», в рамках которого сотрудники ГИБДД города Асбеста проверили водителей на предмет выявления признаков опьянения. Уже более года сотрудники ГИБДД города Асбеста используют в своей практике метод сплошных проверок водителей на предмет выявления признаков опьянения. Многие участники дорожного движения привыкли к мероприятиям «Стоп-контроль». Так, на днях более 10 нарядов, в состав которых вошли сотрудники госавтоинспекции, патрульно-постовой службы и вневедомственной охраны, осуществляли сплошные проверки водителей. Одновременно в нескольких местах города и прилегающих территорий можно было видеть работу комплексных сил полиции. В течение 2 часов было остановлено около 200 автомобилей. В результате проведения мероприятия был выявлен один водитель, управляющий транспортом, не имея на это соответствующего права. Для сравнения, накануне Дня защитника Отечества при проведении подобного мероприятия инспекторами дорожного движения из-за руля были высажены 7 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Еще 2 управляли автомобилями без соответствующего права. 23 февраля в поле зрения инспекторов попали только 2. Один сел за руль в состоянии алкогольного опьянения повторно. Теперь за это деяние предусмотрена уголовная ответственность. И еще один водитель управлял машиной, уже будучи лишенным права управления. Как отмечают сотрудники госавтоинспекции, систематическое проведение мероприятия «Стоп-контроль» дает свои результаты.